Сквер Владимира Середавина перед Самарской областной клинической больницей называется так не случайно. Владимир Диамидович в 1984 году сам сажал деревья, которые сейчас украшают территорию больницы. Здесь все связано с ним. Главный врач с 1975 года. Он лично курировал строительство новых корпусов, закупал оборудование и создавал коллектив единомышленников. Его помнят и, наверное, будут помнить очень долгие годы. Потому что, собрав великолепнейший профессиональный коллектив и то, что достигла больница за эти годы, это, в общем-то, конечно, та заслуга, которую сделал фактически Владимир Диамидович Середавин. 26 июля ему исполнилось бы 80 лет. Работники Самарской областной клинической больницы возложили цветы к бюсту почетного врача. Признаются, о своем наставнике помнят постоянно. Действительно, светлая память о Владимире Диамидовиче, она всегда будет в наших сердцах. Он очень переживал за судьбу нашей больницы, за каждого больного. То есть это, конечно, человек, с большой буквы. Приветственные слова передал и губернатор Николай Меркушкин. Он поблагодарил сотрудников больницы за ответственный труд, внимание к каждому пациенту и за достойное продолжение традиций, заложенных Владимиром Диамидовичем. Для врачей и посетителей областной больницы он стал настолько родным человеком, что никто не обращался к нему по имени и отчеству, а звали просто «батя», а затем «дед». Он гордился этим. Владимир Середавин был настоящим профессионалом и даже свой последний день встретил на рабочем месте. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События.